Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Судьбы знаменитых людей, случаи из практики, удивительные истории и актуальные темы для вас каждую неделю сквозь призму древних знаний. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой, бадзи, четыре столпа судьбы, фэншуй, цимей, нунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о легендарной личности, о великом хоккеисте, советском хоккеисте, нападающем команды ЦСКА, заслуженном мастере спорта СССР, двукратном олимпийском чемпионе, восьмикратном чемпионе мира, лучшем хоккеисте СССР. Наверное, вы догадываетесь, о ком у нас пойдет сегодня речь. Речь пойдет о Валерии Харламове. Такой вот интересной, легендарной личности. Наверняка многие смотрели фильм, который появился в 2013 году, «Легенда 17». И этот фильм как напоминание об одном из самых великих хоккеистов, в принципе, 20 века. Итак, почему я решила рассмотреть эту карту, более подробно взять ее индивидуально и поработать с ней, поскольку очень-очень-очень-очень интересная ситуация с точки зрения именно его занятия. То есть хоккей — такое специфическое занятие, да, то есть это не работать с каким-то токарем или плотником, или бизнесменом, как сейчас принято у многих, да, то есть это не какая-то стандартная работа, а это все-таки хоккей, это спорт и это хоккей. Игра для настоящих мужчин, да, как в песне «Хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей». Мы посмотрим его карту. Во-первых, я бы хотела сразу продемонстрировать на примере этой карты многие интересные моменты, связанные непосредственно и с личной жизнью, и со взаимоотношениями, и с браком, и с тем, как это все по итогу реализовалось. Итак, Валерий Харламов был рожден в день Янской земли на собаке. Столб дня у него Вусюй, или Янская земля, земля Ян на собаке. То есть это его деймастер, это его столб дня. То есть что такое деймастер? Это у нас есть цикл, у нас есть 60 столпов календаря Цзядзи, и каждый день это определенный символ. То есть всего у нас есть 60 типов людей, 60 типов личностей. И мы можем посмотреть в целом характеристику таких людей. А точно такой же столб дня у Адриана Челентано. То есть они родились, в принципе, в один день. А также мы всегда рассматриваем, в принципе, отправной точкой любой консультации, любой информации о любом человеке с точки зрения четырех столпов судьбы, гороскопа на основе четырех столпов судьбы, является день рождения человека, его непосредственный элемент личности, его день, в который он сюда пришел. А у нас есть 10 элементов личности, 10 открытых небесных стволов. А Валерий родился в день Янской земли. Я бы хотела дать небольшую характеристику людей земли Ян, чтобы вы немножечко глубже понимали, да, что это была за личность, что это был за человек. Вообще, люди, рожденные в день Вусюй, как правило, это знаменитые личности. Очень часто это люди, у которых есть потенциал стать знаменитыми. То есть само сочетание Вусюй, этот столб. А если же мы рассматриваем его символ, образ земли Ян, это образ горы, а такие люди, как никакие из других элементов личности, как правило, достаточно стабильные, устойчивые, весьма редко бывают ненадежными. Напротив, они почти всегда внушают людям чувство защищенности, надежности. Они не склонны к резкому началу деятельности, часто им требуется, чтобы их раскачали. Не любят делиться своими мыслями и чувствами, держат всегда все при себе. Часто привлекают людей именно своей таинственностью, надежностью. Однако, если они близко общаются с людьми, то могут демонстрировать весьма лояльный такой веселый нрав, умение также от души быть и веселыми, и позитивными, хотя в некоторых случаях могут быть и угрюмыми, и даже очень злопамятными. А как правило, один из плюсов людей Янской земли — то, что они очень хорошо хранят чужие секреты и тайны, то есть они очень надежные. Подобно тому, что мать-земля, да, является таким тайником, и хоть что можно в землю спрятать, да, раньше, и да, и сейчас все прячется в земле. Земля — хранительница секретов, хранительница мудрости. Также и люди земли. Люди земли, они очень часто очень таинственны, очень-очень надежны в плане вот хранения каких-то секретов, то есть в них очень многое кроется. Не все на поверхности, не все снаружи, поскольку земля, она обладает таким свойством, да, все скапливать, накапливать и хранить все в себе. То есть плюсом людей Янской земли является, конечно же, их надежность, основательность, степенность некоторые. Минусом может быть консервативность. Иногда их очень сложно подтолкнуть к каким-то действиям. То есть они бывают слишком консервативны за счет того, что это элемент земли. Да?
касаемо же, и еще иногда люди Земли, конечно, злопамятны, поскольку Земля, она хранит как хорошее, так и плохое, да, то есть они многое могут запоминать. Далее, касаемо непосредственно, это то, что касается его элементаличности, касаемо непосредственно самой карты, что привлекает внимание изначально при ближайшем рассмотрении. У Валерия Харламова в карте проявлен элемент супруги. Элемент супруги, иньская вода, она проявлена в карте, она стоит перед ним, и он стремится слиться с нею. То есть что это значит? Это указание на то, что для мужчины будет большую роль в его судьбе играть его женщина, да, его супруга. Причем тут примерно даже показывается временной промежуток, когда она возникает в его судьбе, то есть это в возрасте после 20-25 лет в его жизни появляется жена. И отношения с этой женой будут очень, очень близкими, да, то есть она будет очень важна. Он ее будет очень любить, и слияние указывает, ну, на очень такие, скажем так, на любовь взаимную, то есть это очень хороший признак, очень такие близкие отношения с супругой. Плюс ко всему, поскольку у него в карте присутствует так называемое слияние внешнее, или его еще называют уважительное слияние, вежливое по-другому, то есть янская земля сливается с иньской водой, это указание на то, что такому человеку, как Валерий Харламов, было всегда очень важно, как все выглядит на уровне внешнем, то есть чтобы все было достойно, чтобы все было как-то красиво, по-людски. То есть таким людям очень важно внешнее проявление, важны правила, какие-либо моральные устои. То есть они любят, чтобы все было, скажем так, по-людски, достойно, на уровне. То есть таким людям это очень важно. Одновременно это указание на то, что такому человеку не склонно проявление какой-либо сентиментальности в принципе. И такие люди, как правило, достаточно красивые внешние, обладают достаточно интересной внешностью, внешними данными. Как раз-таки это можно сказать о Валерии Харламове. То есть у него для мужчин достаточно интересная была внешность. Да? Вообще, это слияние, еще раз повторюсь, указывает на очень-очень важную роль супруги в его жизни. То есть это любовь к жене. И жена очень важна. Что подтверждается фактами его биографии, поскольку жена на самом деле, когда появилась в его жизни, играла большую роль в ней. Он очень любил свою супругу. То есть была сильная привязанность к жене. И хочу обратить ваше внимание на то, что супруга сидит на быке в его карте. И в дне его рождения присутствует собака. То есть у нас присутствует кусок земного наказания. Кусок земного наказания, то есть затрагивается и дом брака, и элемент супруги, звезда супруги также затрагивается этим кусочком земного наказания. То есть земное наказание не очень хороший признак, да, когда у нас задевается еще и дом брака, еще и звезда супруги здесь участвует. И, во-первых, случился первый факт биографии, когда они в 1976 году поженились, произошла свадьба, то есть наступил год Бин Чен, огненный дракон. Этот год столкнулся с собакой его карты, то есть активировал его дом брака, и у Валерия случился брак. Он женился. Но помимо всего прочего, поскольку в периоде удачи также у Валерия собака, собака в доме брака, то есть идет дубль, да, дублируется земная ветвь дома брака, то есть это все усиливается, две собаки сталкиваются с драконом периода удачи, с драконом такта. То есть, у него, да, действительно происходит брак, да, он женится. Б, в этот же год случилась автомобильная авария, достаточно такая серьезная, в которой также пострадала его супруга. Это случилось в 1976 году, и затрагивается его жена, да, то есть затрагивается его дом брака, то есть он вместе с женой попадает в аварию. Это был первый эпизод. Второй эпизод произошел в 1981 году, когда Валерий ушел как раз-таки из жизни вместе с супругой, они погибли в аварии. Задевается куском земного наказания опять-таки дом брака и звезда супруги. Но здесь ситуация другая. Приходят два петуха. Петух в периоде удачи и петух, соответственно, в году. То есть у нас, во-первых, самонаказание двух петухов включается. Самонаказание двух петухов, обилие металла. То есть человек как бы сам себя может наказать какими-то действиями, да, неправильными. Но в данном случае, как мы читаем описание этой автомобильной аварии, то есть Валерий уступил руль супруге. Машину повела супруга, хотя изначально оговаривалось то, что поведет машину он сам. Жена не очень хорошо могла повести, поскольку была скользкая дорога, если я не ошибаюсь. И уговор был изначально, то есть утром они встали, мама попросила, чтобы машину вел он, его мама. Они согласились, отъехали, машину вел он, но потом они поменялись местами, и за руль села его жена. И случилось то, что случилось. Хочу обратить внимание на то, что в 1980 году в открытом небесном стволе такта приходит земля Дзи или земля Джи. Что такое земля Дзи или земля Джи? По-другому, это коза в небе, то есть это кусок
козы, только козы в небе. То есть мы можем так читать карту, то есть это коза, а в карте у нас уже присутствует собака и бык, плюс приходит земля, не полезная в открытых небесных стволах. То есть это коза по-другому, которая пришла, и у нас сложилось полное земное наказание. То есть, по сути, авария и гибель произошла на полном земном наказании, плюс ко всему в этом во всем участвует супруга, поскольку задевается и звезда супруги, звезда супруги сидит на быке и задевается в том числе дом брака этим земным наказанием. То есть вот произошло то, что произошло, и гибель свершилась именно в этом году. Это касаемо непосредственно гибели, да, и ухода его из жизни. Что же я еще хотела бы осветить, помимо вот таких печальных событий, разбирая карту такого серьезного хоккеиста, да, очень интересного человека, я не могу не отметить тот факт, что поскольку человек занимался хоккеем, этому человеку должен был быть полезен элемент воды и металла. И если мы открываем его карту и периоды удачи, удивительным образом это соотносится с реальностью и с действительностью. То есть у человека, у Валерия Харламова, просто периоды удачи были вода и металл, вода и металл. То есть на самом деле это лед, да, это вода и металл, это как раз-таки вот обмундирование, это коньки. То есть это все связано с видом спорта хоккей. С этим видом спорта, то есть вода и металл. Поэтому если многие мамочки и родители думают, куда отдать ребенка, этому ребенку благоприятен элемент металла и воды, то, конечно же, необходимо отдавать в хоккей либо фигурное катание. То же самое у фигуриста Евгения Плющенко в карте просматривается металл и образ металла и воды. То есть у него там прям наглядно два металла ген, как коньки, и янская вода, как просто какое-то озеро, да, либо лед, каток. То есть также по символам просматривается то, что он связан непосредственно с фигурным катанием. То есть если вашему ребенку это благоприятно по элементам, либо вы видите какие-то символы, которые могут указывать на это, ну, лучше, конечно, все это рассчитывать со специалистом, то прямая дорога на лед, заниматься фигурным катанием, парным либо одиночным, либо хоккей, то есть вполне, вполне, почему бы и нет. Если тем более эти элементы благоприятны. Если мы берем карту Валерия и просматриваем по периодам, то у него сплошняком идут такты вода, металл, вода, металл. То есть то, чем человек занимается, мы можем просмотреть по первым периодам его удачи. То, с чем будет связан вид его деятельности, это просматривается по его периодам удачи, по первым тактам. Если тем более они сплошные, состоят из сплошных элементов. Допустим, металл на металле или вода на воде, дерево на дереве. То есть это очень четкое указание на вид деятельности, на то, с чем он будет связан. Обратите внимание, что примечательно, отец Валерия Харламова поставил его на коньки, когда ему было 7 лет. То есть впервые Валерий встал на коньки, когда ему исполнилось 7 лет. Среди его спортивных детских увлечений были хоккей и футбол. Причем отец часто играл на катке в русский хоккей за заводскую команду и брал с собой сына, а чтобы он не мерз в неотапливаемых раздевалках, он ставил его на коньки. Что примечательно, если мы просматриваем карту базы Валерия, то у него очень четко просматривается такой интересный нюанс, что в периоде удачи с 2 лет, когда ему было 2 годика, у него приходит символ отца, символ папы, склонность к богатству, рэнзы, то есть это символ папы, отцовского влияния на ребенка, и в частности элемент воды, то есть папа поставил на коньки, буквально, да, папа лед. То есть бадзи иногда бывают очень говорящими, то есть они напрямую указывают, то есть чье это влияние и с чем это связано. То есть влияние отца было связано как раз-таки с хоккеем, и папа приложил именно к этому руку, представляете? То есть все очень символично, все очень понятно, вполне даже понятно и соответствует действительности, символами считывается, да, с карты. Далее, что примечательно, что у Валерия в карте есть, он под ню, у нас Куйганг. Куйганг — это звезда, Файконг по-другому еще называют, это звезда лидеров. Как правило, эта звезда присутствует в карте у людей очень сильных, у волевых людей, у политиков, у спортсменов, у борцов, то есть очень сильных личностей и часто очень у людей, которые так или иначе связаны со спортом. Причем со спортом, который... Ну, любой, в принципе, спорт предполагает то, что необходимо быть очень выносливым, сильным, со стойким, да, волевым характером. Как раз-таки у Валерия звезда, которая указывает на то, что он может иметь какое-то отношение к спорту. Куйганг очень часто встречается у теннисистов, у спортсменов, у хоккеистов, то есть у сильных личностей. У политиков, у спортсменов, там, где нужно работать, ну, скажем так, локтями, да, быть очень выносливым, волевым,
делать четко свое дело, дисциплинированно и просто способность противостоять каким-то трудностям в жизни. Да? То есть не все могут, опять-таки, да, все, может быть, хотят жить хорошо, быть знаменитым, счастливым, я не знаю, спортсменом, политиком, быть на вершине мира, но не каждому это под силу. Для этого необходимы определенные способности, возможности и сила духа, сила характера. А вот Валерий был отделен этим от природы, поскольку у него в карте как раз-таки есть куинган, который указывает на силу личности и на принадлежность либо к категории людей, которые относятся к спорту, либо к политике, очень сильные волевые личности, как правило. Далее, очень примечательный факт, который я не могу обойти стороной, поскольку он также по символам просматривается в его карте Бадзи. В марте 1961 года Харламов заболел ангиной, которая дала осложнение на другие органы. Врачи обнаружили у него порок сердца и поставили диагноз ревмокардит. С этого момента Валерию запретили посещать уроки физкультуры в школе, бегать во дворе, поднимать тяжести, плавать и даже посещать пионерский лагерь. Однако отец думал иначе. И когда летом 1962 года на Ленинградском проспекте открылся летний каток, он повел туда 14-летнего сына записываться в хоккейную секцию. Сделали они это тайком от матери, тщательно скрывая это продолжительное время. В том году принимали мальчишек 1949 года рождения, однако Валерий с его маленьким ростом выглядел столь юным, чем легко ввел второго тренера ЦСКА Бориса Кулагина в заблуждение относительно своего возраста. Харламов тогда оказался единственным из нескольких десятков мальчишек, кого приняли в секцию в группу тренера Вячеслава Тазова. Через короткое время обман вскрылся, но отчислять Харламова не стали, так как он понравился тренерам. Хоккеиста перевели в группу начальника школы тренера Андрея Старовойтова, который занимался с ним около 4 лет. Вместе с этим раз в 3 месяца отец с сыном посещали Морозовскую больницу, где Валерия обследовали врачи. В итоге юный Валерий справился со всеми болезнями, врачи признали его абсолютно здоровым и стал серьезно заниматься хоккеем. Удивительный папа, да, то есть у папы была цель. Папа очень был целеустремлен касаемо вот того, чтобы сын был в спорте. То есть влияние отца мы не можем никак проигнорировать. И в карте это просматривается, и в периоде удачи это просматривается. То есть папа приложил руку, приложил все усилия для того, чтобы сын занимался спортом. И посмотрите, удивительно, даже все болезни отступили, поскольку ребенок постепенно-постепенно восстанавливался и занимался спортом. Причем, поскольку в карте у Валерия отец представлен звездой благородного, то есть у папы очень неплохое такое влияние было на ребенка, это первое. Второе, с папой также присутствует слияние, то есть с папой очень такие близкие отношения, гармоничные, поскольку папа уходит в слияние с сыном. То есть в его карте отец представлен полезным элементом, и они сливаются, то есть это очень такие близкие отношения. Касаемо же 1961 года и того, что у него была ангина, посмотрите, как удивительно все это просматривается. Символ периода удачи – металл синь. Символ года 1961-го – открытый небесный ствол, металл синь. Это горло. Это символ горлышка, кроме всего прочего. То есть металл синь напоминает иероглифами горло. Плюс ко всему, бык, опять-таки, который приходил в этом году, в 1961 году, он активирует кусочек земного наказания в карте Валерия. То есть вот в чем минус тех карт? К сожалению, это карма, да, то есть вещи, которые у нас связаны с наказанием, это кармические вещи, которые нам приходится отрабатывать. То есть когда у нас в карте присутствует то, что касаемо земного наказания, земные ветви, которые стоят рядом, в непосредственной близости, допустим, это коза, собака и бык, они находятся рядом в карте Бадзи, это называется земное наказание. И даже кусочек собака, бык – это уже кусок земного, да, то есть это кусок земного наказания, который проявится так или иначе в жизни. То есть вот в ситуации с Валерием, когда приходил бык, происходила активация, да, то есть серьезное заболевание, которое вот так отразилось на здоровье ребенка, да, будучи еще маленьким. Далее, произошла авария автомобильная, да, вот кусок земного наказания, в котором попал вместе с супругой и погиб. Просто у меня есть карта близкого мне человека, у которого также это земное встроено, но там сочетание другое. То есть там в году присутствует бык, в месяце собака. Это было связано с гибелью отца также в автомобильной аварии. То есть, к сожалению, эти вещи, которые связаны с земным наказанием, очень часто указывают на какие-то не очень хорошие вещи кармические, которые все-таки выстреливают и реализуются. Когда приходит период удачи, формируется неблагоприятный элемент, что-то с чем-то сливается. То есть у нас в карте Бадзи очень много взаимодействия
у нас не только, когда приходят дубликаты, допустим, месяц или, извиняюсь, не месяц, такт или год, да, который дублирует месяц в том числе, земные ветви, которые участвуют в наказании огненном, аморальном, либо земном. В том числе, кроме всего прочего, это еще могут быть слияния, которые также могут дать активацию, и произойдет какое-то негативное событие. В данном случае это проигралось как автомобильная авария. То же самое, вот та карта, о которой я говорила, карта близкого мне человека, там произошла автомобильная авария, затрагивался как раз-таки дом родителей этим земным наказанием. То есть не с человеком случилась эта авария, а в аварии погиб именно близкий человек, папа. В данном случае у Харламова указание в карте, что погибает Харламов и его супруга. То есть активируется вот этим куском земного как раз-таки его дом брака, его супруга и он. То есть вот такая печальная ситуация. Также я не могу не отметить то, что в карте присутствует так называемое вежливое слияние, да, о котором мы с вами уже говорили, то есть человек – важное внешнее проявление. Плюс ко всему в карте присутствует звезда благородного. Благородный у нас указывает на то, что таким людям в плане карьеры, в плане успеха в жизни многие вещи могут достаточно как-то более легко, да, доставаться, то есть человеку могут помогать. По жизни может идти некая помощь свыше. Но благородный – это не гарант того, что вы не уйдете, допустим, там, 40 лет или в 50 лет из жизни. То есть это не значит, что вы будете жить всю жизнь и вас всегда будут спасать. Да, это небесная помощь, но все-таки у каждого из нас есть свой час, свой путь, да, каждому свое время отмерено. Тем не менее, в карте у Харламова целых два благородных, один в году, другой в месяц. То есть эта звезда дает успех. Таким людям так или иначе многие вещи достаются полегче. То есть как будто бы кто-то ведет и спасает, и помогает, то есть им проще добиваться чего-то, да, каких-то целей. Плюс ко всему эта звезда указывает на то, что сам по себе такой человек, он достаточно благороден, он сам по себе очень, скажем так, неплох, да, с точки зрения характера, каких-то жизненных установок. И вот что примечательно, касаемо Валерия Харламова, как о нем отзывается, что этот человек был очень искренним и честным, достойно вел себя в том числе тогда, когда случались какие-либо неприятные игровые эпизоды у него. Так, например, была ситуация, что он в пылу борьбы ударил кулаком по лицу своего соперника, и судья удалил его на 5 минут, что было очень редким случаем для него. Затем Харламов потратил почти целый день на то, чтобы разыскать этого человека, извинился перед ним. То есть это опять-таки показатель некого благородства, да, показатель человечности и, ну, определенного уровня. Просто люди очень разные. Когда звезда благородного в карте присутствует, это как указание на некое благородство, на, в принципе, определенные ценности, то, что человек очень неплох, да, то есть он относится к некой высшей когорте людей, то есть это люди все-таки по-другому ранее в Древнем Китае считалось, что это люди высшего сословия все же. Есть люди обычные, да, простолюдины, есть благородные. Вот такой небольшой очерк у меня получился, небольшой подкаст, связанный с картой Валерия Харламова, знаменитого советского хоккеиста, с легендой советского хоккея, с человеком, которого до сих пор помнят, уважают, который внес, в принципе, огромный вклад в советский спорт. Я всем вам желаю удачи. Если вы проявляете интерес к видам спорта, связанным с хоккеем, со льдом, с фигурным катанием, и вы хотите, чтобы ваши дети этим занимались, то очень немаловажную роль играет элемент металла и воды, что в периодах удачи, что в самой карте Бадзи. С вами была Дарья Высоцкая. Всем вам желаю долгих лет жизни, меньше различных кармических наказаний в картах, чтобы они как-то проявлялись минимально. Всем вам долгих, счастливых лет жизни. Жаль, что такой талантливый спортсмен ушел столь рано. С вами была Дарья Высоцкая.